Добрый вечер, уважаемые телезрители. Православная программа «Свету Греши». Рада приветствовать вас в прямом эфире в студии Елена Бурдыни. Я с радостью представляю нашего гостя, священника Валерия Духанина, проректора по учебной части Николо-Грешской духовной семинарии, писателя, магистра кандидата богословия и всегда с нетерпением ожидаемого гостя нашей передачи. Добрый вечер, отец Валерий. Здравствуйте. Ну вот, слава Богу, пост у нас еще продолжается, а значит, у нас еще есть шанс сконцентрироваться и принести достойные плоды. Тем более, вот во время Святой Четыридесятницы в храмах церковь предлагает огромное количество для верующих людей разнообразных особых молитв и чинопоследований, ну, которые и призваны, наверное, помочь верующему человеку прочувствовать основную тему, главную тему Великого Поста – это сердечное и такое искреннее сокрушение о своих грехах. Но вот такими, наверное, богослужебными камертонами являются, в это время являются и канон преподобного Андрея Критского, который читается на первой седмице, и во второй раз полностью вместе с житием преподобной Марии Египетской, это уже во время, в середину, в самую середину, да, поста, да. И пассии, это такие вот минорные службы, которые совершаются вечером в воскресный день. Ну, конечно, отец Валерий, отдельно хотелось бы поговорить о такой известной покаянной молитве преподобного Ефрема Сирина. Вот что такое за молитва и почему вот она такая особенная и великопостная? Каждая молитва выражает определенное настроение, духовное настроение. И Великий пост – это время нашего очищения от грехов. То есть это наступает такой период, когда мы должны вот особое внимание обратить внутрь своей души на те недостатки, которые надо устранить, очистить свое сердце, чтобы приблизиться ко Господу. И оказалось, что именно молитва преподобного Ефрема Сирина, она вот наиболее выражает вот это вот покаянное обращение ко Господу. И я вот вспоминаю, что даже Александр Сергеевич Пушкин, он очень восхищался этой молитвой и даже переложил ее стихотворно. Вот это известные его строки: «Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтобы укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста». И дальше Александр Сергеевич уже перелагает ее смысл, содержание, несколько по-своему, вот, и я думаю, что было бы неплохо, если бы наши вот телезрители постарались познакомиться в том числе и с переложением, которое предлагает Александр Сергеевич Пушкин, потому что на него эта молитва производила особое действие. Мы произносим ее как? Она состоит из трех частей. Вот в первой части мы просим Господа освободить нас от таких вот основных греховных страстей, в которые мы постоянно впадаем. Во второй части мы просим о стяжании добродетелей, то есть страсти должны уйти, вместо них прийти добродетели. А в третьей части этой молитвы мы просим Господа, чтобы Он даровал нам такие вот духовные ориентиры, следуя которым, мы достигли бы духовного совершенства. То есть это такая некая модель и поведение, и мышление, наверное, конечно, человека. Да. Это модель вообще нашей духовной жизни, что вот очиститься от грехов, приобщиться добродетелям и иметь вот те ориентиры, следуя которым можно обрести духовные плоды. Она ведь и читается особенным образом, да? Вот да, эта молитва она, и домашняя получается. И состоит из трех таких прошений с тремя земными поклонами. И перед первым поклоном мы произносим: «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне». То есть вот в первой молитве, во-первых, мы исповедуем Господа Владыкой нашим. Мы показываем, что наша жизнь, жизнь человека, находится в руках Божьих. И человек, наверное, он со временем приходит к такому пониманию. Если поначалу можно думать, что мы все можем сами сделать, вот как
дети, допустим, когда они в песочнице сами копошатся, что-то делают, да, какие-то домики строят, там, играют или ссорятся друг с другом, то они иногда забывают, что находятся под зорким наблюдением своей мамы, что они сами себе предоставлены, и вроде бы они действительно могут сами что-то делать, у них есть свободная воля, но в то же время воля детей, она ограничена, потому что мама в определенный момент выводит их из этой песочницы, ведет домой, да, или не позволяет им допускать какие-то шалости. Вот так на протяжении нашей жизни мы вроде бы имеем свободную волю, мы можем предпринимать какие-то действия, поступки, иногда тоже какие-то шалости, но Господь часто вмешивается. Он тоже очень часто находится рядом. И вот жизнь зачастую складывается не так, как мы сами думали ее выстроить. Хотя то мы есть, прилагаем да. огромное количество усилий, таких напрасных, чтобы да. что-то изменить. И вот молитва, она помогает нам вспомнить, что именно Бог является подлинным Ладно. Творцом. Он даровал нам жизнь, и Он промыслитель нашей жизни. И поэтому в нашей жизни должен царствовать Бог, Божья воля, а не наша личная греховная воля. И для этого мы как раз молимся и просим, чтобы Господь освободил нас. И там вот упоминаются первые такие четыре греховные страсти. Праздность, уныние, любоначалие и празднословие. Причем вот на первом месте поставляется именно праздность. Да. А почему так? И говорите, Валерий, вроде слова да. такие простые, да, и кажется, все вот на поверхности. Вот так. А на самом деле, когда начинаешь вдумываться, то смысл молитвы, наверное, очень, вот, не да. наверное, а глубокий, правда. Дело в том, что здесь, вот в этой молитве, в ней не какое-то вот теоретическое такое отвлеченное рассмотрение грехов, а здесь именно она родилась из практического знания. То есть там есть некая внутренняя человека. Логика, да, да, конечно. Построение. Дело в том, что очень многие грехи, они происходят именно из-за праздности. Вот праздность, она упоминается на первом месте в этой молитве. Просто вот человек так устроен, что он всегда ориентирован на какую-то деятельность. Наш ум постоянно рождает какие-то мысли. Сердце – какие-то чувства. Наше тело тоже настроено на какую-то деятельность. И если человек не будет пребывать вообще, в принципе, вот, в каком-то деле, то он либо начнет деградировать, и телесно, и душевно деградировать, либо же, если он не занят добрым делом, то будет невольно тяготеть к чему-то греховному. Вот как невозделанное поле, оно рождает из себя сорняки, да, и для того, чтобы эти сорняки не появлялись, нужно постоянно трудиться, выпалывать их, и человек должен постоянно находиться... То есть праздность – это такой, вот наша ленность, праздность, да? Это вот к труду, вообще духовному, физическому. Да, это не любовь к труду, к усилиям каким-то. Это стремление к беспечности, к покою постоянному. И, как говорили святые отцы, что праздность – это матерь всех пороков. Вот, абсолютно всех пороков. Если человек ничего не будет делать, иногда думают люди так, что если вот ничего не будешь делать, то не согрешишь. Да? На самом деле ничего подобного. Как раз из состояния вот такой беспечности, праздности, могут появиться всевозможные грехи. И у человека внутри будет вертеться не пойми чего, если он не занят работой. И он захочет и выпить, понимаете, там появятся какие-то у него греховные зависимости, стремления. Поэтому, к которым очень быстро привыкается, наверное. Да, с древних времен выработалось вот это наблюдение. Не только у святых отцов, да, не только там где-то в монастырях, но и в простом народе, что человек должен постоянно быть занят каким-то трудом. Если ты перестаешь работать, ты начинаешь деградировать. А я вспоминаю, еще старец Паисий вот давал такие советы, когда к нему приезжали родители и спрашивали, ну вот наше чадо такое, вот, что с ним делать? Оно такое равнодушное, ничего, ничем не хочет заниматься, бездельничает. И вот старец говорил, что на все это только единственное лекарство и существует. Это труд, и человек должен да, заниматься. Да, преподобный Паисий Святогорец, он как раз обращал внимание на то, что стала меняться вот культура жизни людей. Раньше-то ведь все пребывали в труде.
Крестьянский труд – это был основной труд, ведь в основном люди-то были крестьянами, меньше было какого-то производства, заводов. Ну, там более... был жесткий закон. Да. Ты не посеял, не собрал урожай, и жить не на что. Либо ремесленники. И они постоянно пребывали в труде. Это даже не 8-часовой рабочий день, а приходилось трудиться побольше. Ну, конечно, в зимнее время там, может быть, были какие-то часы досуга. Но в целом жизнь была достаточно тяжелой. Однако человек внутренне был более цельный. И в каком-то смысле более жизнерадостный. Вот сколько дошло прекрасных песен, да, простого народа, которые отражают красоту и глубину души русского человека. Да и в любом народе вот, песни, которые родились из народной культуры, они отражают вот, глубину народной жизни, потому что это люди были постоянно заняты трудом. И мудрость, наверное, да. Которая такая практическая. А современная цивилизация, она, конечно, вот, во многом облегчила вот этот внешний строй жизни, но в итоге люди стали изнывать. Они начинают чувствовать какую-то внутреннюю пустоту, когда сидят там перед мониторами, в телефонах, уходят в виртуальный мир. И человек перестает трудиться. У него атрофируются даже мышцы. Ему становится тяжел физический труд. Он, оказывается, к этому не приспособлен. А когда атрофируется естество человека, да, то он впадает в такую депрессию. Я бы да, даже так сказал. Да, вообще парадоксально, что наше время, когда, в общем-то, ну, большинство сыты, да, вот, получается уныние. Да, почему как раз в молитве преподобного Ефрема Сирина на втором месте упоминается именно уныние. Уныние, которое часто вот в современном мире соотносится с такой вот депрессией, с таким вот как бы внутренним бессилием, апатией, когда человеку ничего не хочется делать, он наполнен такой внутренней пустотой, вялостью, томностью, и ему неохота себя поднять на какое-то дело. И вот эта пустота означает, что человек не приобщен к свету духовному, прежде всего, к свету Христова. И поэтому у него внутри темно, у него мрак. И из-за этого он испытывает тоску, печаль. Ведь радость, она появляется тогда... Телевизор же есть, вот еще для многих такое развлечение, которое как бы заполняет, наверное, вот эту пустоту. Ну, я думаю, что если смотреть телевизор, то только какие-то полезные надо передачи. Вот. А так все-таки... Иначе в депрессию точно можно впасть. Да. Да. Вот интересно, буквально сегодня беседовал с одним молодым человеком, да, который... Ну, он и в храм-то особо не ходит, но он при этом говорит, что... Все-таки я вот рассматриваю телевизор как зомби-ящик, так он сказал. То есть он сам видит, что телевизор, он невольно так тебя зомбирует, и ты не замечаешь, как просто вот сидишь и тупеешь перед этим экраном, уходит творческая какая-то внутренняя работа. Причем преподобный Серафим Саровский, он же вот про уныние говорил, что это ну, один из самых таких сложных, тяжелых грехов, потому что ты куда бы ни пошел, куда бы как-то ни перемещался, он всегда следует за тобой, это уныние. Да. Ну и, конечно, вот это состояние, оно часто бывает у людей, когда они из-за грехов, всякий грех оканчивается рано или поздно унынием. Ощущение вот этого мрака, тьмы, тоски. Поэтому мы и просим Господа освободить нас от духа уныния. Но вот на третьем месте упоминается «любоначалие». А почему «любоначалие»? Дело в том, что это ведь выражение нашей такой самости, да? Любовь начальствовать. То есть мы вот стремимся эти ступенечки, где-то, да, все время показать свое «я», что в данном месте мы главнее, мы лучше знаем, лучше разбираемся. И это проявляется везде, и в семье, и на работе, во взаимоотношениях, что такой вот внутренний настрой получается, что я лучше знаю, мне не надо подсказывать, не делайте там мне замечаний никаких. И это проявление вот такой внутренней гордости впервые появилось это у падшего Деницы, когда он
первый захотел начальствовать и стать на место Бога. Проявилось вот такое любоначалие. А потом уже у каждого человека, который тоже, конечно, мы люди грешные, и у нас это тоже проявляется. Поэтому невозможно достичь успеха, пока человек вот борим этой страстью. Поставить, вот выпячивать самого себя вперед. Вот почему упоминается любоначалие. И на четвертом месте, вот в этой последовательности основных страстей, да, поставляется празднословие. Вообще, как-то удивительно, наверное, да, для большинства что-то такого. На самом деле, да, вот повторю, что все эти грехи, они взяты из такого практического наблюдения. Вот во что больше всего люди впадают. То есть, либо люди хотят вот не трудиться, бездельничать, да, такое практическое наблюдение, либо они сидят, унывают, из-за этого начинают друг с другом там пустословить, они начинают о чем-то собирать какие-то сплетни, это тоже из уныния рождается. Пересуды вот отсюда происходят. Либо они везде выпячивают свое «я», вот в любоначале, либо же просто они болтают обо всем подряд. Вот празднословие – это очень распространенный грех, в который постоянно мы впадаем. Кстати, средства массовой информации зачастую представляют собой вот именно такую постоянную говорильню, что говорят и говорят, и пытаются как раз зрителей увлечь в это, чтобы было какое-то просто вот захватывающее зрелище с обсуждением каких-то совершенно не заслуживающих внимания проблем, или, наоборот, создать какую-то вот трагедию, да, и тоже вот мусолить все это. Вот празднословие, оно почему выделяется как отдельная такая страсть? Потому что человек празднословящий, он утрачивает свою внутреннюю глубину. Он себя рассеивает в множестве таких вот слов, пустых фраз каких-то. То есть он выплескивает самого себя наружу в виде множества слов, и внутри у него уже ничего не хранится. Он не пребывает, собственно, внутри ни в каких мыслях, ни в каких вот чувствах, а весь рассеивается во внешних каких-то фразах, зачастую это какие-то скверные слова, без которых многие не могут даже общаться. И есть вот такое наблюдение, что наше слово, оно является индикатором состояния нашего сердца. Если слово твое грязное, нечистое, то значит и сердце твое тоже нечистое. Если ты в словах, если ты празднословишь, если у тебя пустые какие-то бессмысленные фразы, то и внутри у тебя тоже нет никакой глубины. Поэтому на слова тоже нужно то обращать то, такое пристальное внимание. Что вы говорили о целостности, да, человеческой, да, личности. И вот вы упомянули целостность, это уже относится ко второму ряду прошений в молитве преподобного Ефрема Сирина, когда уже вместо вот этих греховных страстей мы просим у Господа даровать нам определенные добродетели. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпение и любви, даруйми рабу твоему. То есть прежде всего мы просим даровать нам целомудрие. А целомудрие – это целостное мудрование, если так вот филологически объяснить. И в душе целомудрие выражается как здравомыслие, как чистота мыслей и чувств, когда вот внутри нет ни одного позыва на грех. Вот если человек внутренне борим какими-то греховными пожеланиями, то его не назовешь целомудренным. То есть внешне такой человек может казаться даже праведным, порядочным человеком, но внутри самого себя он может рисовать самые какие-то безобразные картины. Да? Вот если бы то, что у него внутри, да, оно предстало пред взором, то... То есть, как мы сказали, внутреннее наше, да, отражение нашего внутреннего состояния. Да, это вот, как, знаете, однажды у митрополита Антония Сурожского у него было такое, ну, как искушение, наверное, даже, что он однажды вышел произносить проповедь и вдруг увидел мысли всех людей,
которые находились в храме. Как батюшка остался или ушел обратно? Он когда ужаснулся этого и зашел обратно в алтарь. Но обычно ведь люди тоже не хранят свои мысли, они бывают гуляют тут мыслями то там, то сям, да, и если все увидеть, что у каждого в мыслях, то это просто ужас может быть какой-то. Но он так помолился тоже: «Господи, если это вот не от Тебя, если это искушение, то отними от меня этот дар». И потом он выходит, и все, у него уже этого нет. То есть это было всего лишь навсего искушение. Конечно, есть вот такие экстрасенсы, про которых мы знаем, что они стремятся к сверхъестественным способностям, чтобы тоже видеть состояние других людей. Это иногда бывает именно от бесов. А Господь не дает нам часто видеть мысли других людей, потому что там бывает неупорядоченность. И наша задача — это очищать свои мысли, чтобы мы целомудренными были, начиная с глубин своего ума и с глубин своего сердца. Вот. А внешне целомудрие, оно в чем выражается? Конечно же, в хранении чистоты своей жизни телесной, в том, чтобы не допускать никаких вот противозаконных связей, блудных грехов не допускать. И ведь это то, на чем постоянно люди притыкаются. Вот мы знаем про мытарство Феодоры, да, то вот видение, в котором святая Феодора Василию Новому открывает, по-моему, Василию Новому, да, открывает этапы, через которые проходит душа почившего человека, и на каждом мытарстве их 20 мытарств. На каждом мытарстве ее вот бесы истязуют по определенным разрядам грехов. И оказывается, что больше всего бесы задерживают именно на мытарствах, связанных с блудными грехами. Потому что вот именно в этой стезе люди оказываются очень, так сказать, погрешающими. Ну, погрешают очень сильно. Вот я упомянул Александра Сергеевича Пушкина, да, выдающийся человек, но тоже имел свои искушения. И когда он, кстати, перелагал молитву преподобного Ефрема Сирина, то он акцент сделал именно на добродетели целомудрия. Он оканчивает: «И целомудрие мне в сердце оживи». То есть он особый акцент делает именно вот на этой добродетели, которой, может быть, ему самому по жизни тоже вот не очень хватало. И это относится, наверное, к каждому человеку в той или иной степени. Поэтому мы просим вот именно о целомудрии в первую очередь. Ну, а далее смиренно-мудрие. Смиренно-мудрие – это то, что противостоит гордости, противостоит любоначалию. Это значит, что человек… Но это же не смирение, да, смиренно-мудрие? Ну, по большому счету, это все взаимосвязано. Смирение и смиренно-мудрие. Некоторые святые отцы, они различали, что… Смиренно-мудрие – это значит, что уже в нашем уме есть некий навык, когда человек нигде не возносится своей мыслью, да? Он смиренно-мудрствует, то есть он всегда вот видит, на каком месте мы находимся. Вот очень часто мы в свои мысли ставим себя выше других людей. То есть нам кажется, что вот в этом мы преуспели больше, да, вот здесь мы более правы. А вот в такой ситуации мы там более справедливы. Ну, не хватает нам смирения на самом деле. И без добродетели смирения у человека внутри будет в итоге постоянное возмущение. Когда человек не смиряется, то он не имеет мира в душе. Батюшка, а терпение и смирение? Вот они же вот здесь и даже в молитве рядышком стоят, да. Они не пересекающиеся. Это все взаимосвязано. И смирение следует и терпение. Почему именно терпение? Потому что это как такой вот духовный раствор, который все скрепляет. Вот если у человека не будет терпения, он не сможет обрести ни одной добродетели, вообще в принципе, не достичь. Потому что он легко отходит от этого. Вот чем-то там позанимался и тут же отошел. У него нет терпения, он не являет стойкости до конца. То есть вот преподобный Ефрем Сирин о каком терпении вот говорит, что мы должны, вот, ну, по крайней мере, вот в этот великопостный период, над чем потрудиться? Во всем. Терпение, во-первых,
на том месте, где вот ты поставлен, да? Где нужно выполнять твои какие-то конкретные обязанности. И часто ведь бывает, что мы или выходим из себя, да, или начинаем негодовать. А нужно всего лишь навсего просто вот перетерпеть какую-то ситуацию, и чуть погодя ты видишь, что оно не стоило того, чтобы так нервничать, чтобы так раздражаться, чтобы сердиться на других людей. Часто мы просто неправильно понимаем другого человека. Он сказал что-то, мы тут же вспыхиваем, загораемся, а может быть, он имел в виду совсем другое. То есть надо немножко было потерпеть, и не возник бы конфликт. Вот терпение дает нам возможность преодолевать любые конфликты, которые могут случиться. То есть, по крайней мере, великим постом надо вот себя немножечко скрутить. Да, сделать более терпеливым к тем болезненным ситуациям, на которые мы обычно реагируем. Потом, где может, мы обычно спотыкаемся. Господь нам даст возможность и навык приобрести определенный. Да. Ну и, конечно же, вот дух любви стяжать просим мы в этой молитве, потому что без любви вообще человек угасает. Но любовь у нас обычно какая-то эгоистичная. Если мы и любим какого-то человека, да, то до определенного предела, пока этот человек удовлетворяет наш комфорт, пока он нам, так сказать, вот, приятен. А если мы что-то чувствуем вдруг не по-шорстски, да, а против-шорстски, то уже тут же любовь вся исчезает. И это значит, что никакой любви не было, а было некое самолюбие. Да? Мы ждали от другого человека любви, мы ждали, что он проявит к нам внимание, но сами не хотели этого проявить. Вот подлинная любовь, она ведь на самом деле не ждет, когда кто-то о мне подумает. Подлинная любовь, она болит сердцем о другом человеке. Батюшка, вообще возможно вот любовь стяжать? Ну да, терпение, быть может, наверное, как-то скрутить, заставить себя там в какой-то момент можно. Но вот любовь, мне кажется, это так сложно. Вообще вот с нашими данными от природы, такими так называемыми техническими характеристиками, да, человеческая природа очень тяжело переломить. Тут какая ситуация? Есть некий такой парадокс, я бы даже так сказал, что, во-первых, никакой человек все-таки не живет без любви. Если бы не было совсем любви, то мир просто бы развалился, ничего бы не существовало, все бы там погрязли во вражде, в ненависти. Вот. А мы видим, что на самом деле все-таки каждый человек внутри своего сердца, в глубинах своей души, тоскует именно о любви, о том, чтобы была вот искренняя такая чистая жертвенная любовь. Вот интересно, недавно я узнал такую историю про родителей нашего президента Владимира Владимировича Путина, о том, как вот они друг друга поддерживали во время Первой мировой войны. Оказывается, что его отец, Владимир Спиридонович, он воевал в особых там войсках, да, и это город Ленинград, и он получил очень сильные ранения, вот, героически сражаясь. Его направили в госпиталь, а вот мама Владимира Владимировича, Мария Ивановна, она стала посещать его в госпитале, но при этом она настолько была вот изможденной, потому что блокада, что она буквально вот падала. Один раз она упала среди вот уже умерших людей, и полдня пролежала, и на нее не обратили внимания, или думали, что она тоже умерла. Но потом с трудом она поднялась, и вот она приходила все равно, навещала своего супруга, она каждый день приходила к нему, а он стал весь свой паек отдавать ей. Представляете? И врачи увидели, что вроде бы они лечат его, а он не выздоравливает. И потом случайно заметили, что он весь свой паек отдавал своей супруге, и они вот запретили им лично, так сказать, вот соприкасаться, только на расстоянии, чтобы они общались. Но какой удивительный пример, что они проявляли вот эту вот жертвенную любовь. Готов каждый был умереть, лишь бы помогать другому. Вот это и есть проявление подлинной любви.
То есть можно не ожидать чего-то большого, да, а можно это найти есть вот эти в примеры нашей рядышком с обычной нами. Человеческой жизни, может быть, не так часто, но все-таки это есть, и наша задача в молитве просить Бога, чтобы это встречалось почаще, чтобы подлинная любовь почаще преображала нашу повседневную жизнь. Батюшка, у нас осталось буквально 2 минутки, а нам нужно о третьей такой, да. такой важной, наверное, части молитвы да. успеть поговорить. Мы просим Господа, «Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословенности во веки веков». Да, дар зреть свои грехи. Вот есть такой определенный закон духовный, который выражал преподобный Пимен Великий, что если ты видишь в самом себе одни совершенства и достоинства, не замечаешь в себе недостатков, то тогда в ближнем ты начинаешь видеть одни недостатки. А когда ты видишь в себе какие-то несовершенства и недостатки, то в ближнем ты начинаешь видеть уже достоинства. И очень часто мы не замечаем очень многих своих несовершенств, зато очень быстро подмечаем мельчайшее несовершенство нашего ближнего. И это, конечно же, испорченность нашей души. Это говорит о том, что мы тоже вот себя все время выгораживаем, а ближних вот своих обвиняем. И нужно, конечно, стремиться вот нам к стяжанию добродетели, вот зрения своих грехов. Пашка, ну вот это оказалось таким напутствием, наверное, нашим телезрителям о том, что на самом деле вот это время Великого Поста, это время посмотреть, немножко заглянуть в себя, ну и, наверное, другими глазами, иными, через это зрение посмотреть на наших ближних, наших любимых близких, коллег и домашних. Батюшка, огромное спасибо вам. Спасибо за большое. Это, да, к сожалению, времени, на самом деле, очень мало было. Наши уважаемые телезрители, спасибо, что вы были с нами. Ну, сегодня мы опять прощаемся и говорим, как всегда, до свидания и до новых встреч.